Так. Сейчас посмотрим, загрузилось ли видео. А все работает уже? Ну тогда погнали. Тогда погнали. Будак, параллельно. Да. У меня сейчас голос как бы двоится на фоне. Мне кажется, голос как бы двоится. Ну, короче, все. Мой канал называется Rus Online Gaming. То есть я буду не вот записывать видео на YouTube, а буду стримить на Twitch. Сокращенно Rus OG или ROG. Давайте большой выберем. Да, у меня снова лагит, так как компьютер у меня слабенький. Также можете вступить в группу ВКонтакте. И добавить меня в Steam, будем играть вместе. ВКонтакте в группе вы найдете конкурс на Assassin's Creed 1. В общем, такие дела. Да, и сейчас скину ссылочку. Ну окей, Эмерсов. Сейчас у нас мир, надеюсь, прогрузится до конца, а потом поиграем в Minecraft. Steam у меня загружается. О, боже, как долго. Давайте сначала поиграем хотя бы в террарию, а потом в Майнкрафт. Но в Майнкрафте лагать больше будет, и это я вам гарантирую. Все, уже почти загрузилось. А спасибо Сергею Лапшину, который добавил это видео к себе на канал. Но, к сожалению, он не стал сниматься. Что это? Что-то я запутался. Load файл. Что тут у нас тут началось?
Давайте перекличка кто тут, пока загружает террария. И тебе привет. Так, у нас загрузилось. Space прыжок. У вас лагает сейчас или нет? Так. The Mr. Dots — это старый канал. Rus Online Gaming — новый канал. В Steam. Профиль сейчас. Ну, как говорится, полагаете, перестанет. И мой канал. Так, ловите ссылку на этот канал. Так. Ох, я человек. Я стрим снимаю. Боже. Еще лучше. Ну, пока вас устраивает. Просто сейчас я уже ничего не смогу сделать. Так, а вот сейчас я вам скинул свой профиль Steam. Майн попозже будет. Стрим идет всего 6 минут. Короче, все, погнали. По-моему, тут надо как-то... О, это мой старый мир ведь. Только как тут инвентарь открывать? А, на Escape. Открываем, что у нас тут. Да уж. Я забыл уж, как тут играть. Тут вещи слиток. Фурикен. Давайте сделаем это. Что у нас? А, Пупер Пиксейс. Возьмем еды. Тут два у нас грибочка. И сюрикенов. Да, все. И пойдем развиваться. Так, как у нас там дела на стриме? В общем, все нормально пока. Камушек надолбим. Камушек везде пригодится. И дерево. Сразу будем рубить под корень. Сейчас. Ну и попозже зайду в Steam аккаунт, добавлю всех. Также можете вступить в мою группу Steam, в группу Steam и следовать условиям конкурса.
Тут мне нравится то, что дерево как полностью собирается. Я не знаю, спать можно что ли или нет. Когда наступает ночь? Атакуем топором. По-моему, раз 100 умирал уже. Так, все, бежим домой. Сейчас пойдем, как говорится, в шахту. Дверь запираем. Все, пойдем, давайте. Мне как бы самому стало, что там. Но сначала мясо. Так, убил двух уже. Трех. Извиняюсь. Так, сундук. Что это? Бамбук какой-то. Так, у нас верстак, по-моему, выглядит как вот стол, по-моему. Да. Так это... Эти. Факелы. Вон, чтобы достаточно. Стрелы не нужны. Буду. Короче, все, пошли ты. Сорон не проберет тут лень. И копаем дальше. Так, сейчас я посмотрю ситуацию на этом. Да, первый раз снимаю. Смотрю я на канале почти всех. Это Дионикс там. Вообще всех подряд. Бендер. Надо какой-нибудь найти, чтобы мне говорил, что там в чате происходит. Стримлю я первый раз. Поэтому можете судить, как хотите. Мне это тоже очень важно. Ах, блин, вы, наверное, не весь экран-то видите. Вот так тебе... Так, у нас там шпион. Ну, вниз он не прыгнет, я надеюсь. Копаем, как в Майнкрафте. Не под тебя, конечно, но... Факел ставим. Блин, управление это. Берем булыжника или камни тут. Вы не представляете, как я мучился с этим стримом. Сначала хотел на ютубе, но я не знаю, как на ютубе с этим новым оформлением. Потом... А спасибо Диме. Он известен на канале как Дима Спарта, по-моему. Он мне объяснил, как пользоваться вот этой вот фигнёй. И как создавать стрим на Твитче. На YouTube оформление я скоро сделаю. Надеюсь. Или мне кое-кто сделает.